Всем привет, меня зовут Алексей Воронин. Я сегодня хочу немножко рассказать о себе. Что я хочу рассказать о себе? Ну, наверное, мои уважаемые зрители, вы не так хорошо, может быть, меня знаете, как Руслан Тунашвили. Поэтому я начну рассказывать о себе частями. Я сейчас расскажу о себе о одном своем очень классном антикейсе. И после этого попрошу вас, чтобы вы запустили одну из классных флешмобов, которые уже дают классные результаты. Итак, давайте по порядку. Вы знаете, у меня, как и у каждого предпринимателя, в жизни были взлеты и падения. И один из самых эпических провалов моих было, это когда у меня долги достигли порядка 20 миллионов рублей. По тем деньгам почти 700 тысяч долларов. Как это случилось? Ну, я ввязался в какие-то истории, связанные, знаете, из бедности, связанные там с каким-то, скажем так, сомнительными операциями. И с одной стороны оказались представители чеченского народа, и с другой стороны оказались представители чеченского народа. И через некоторое время я понял, что они между собой знакомы. И так я попал на довольно большую сумму денег. Знаете, что меня спасло? И там добавилось еще очень много проблем различных. Меня спасло только одну вещь. Я в какой-то момент начал понимать, что... Что выход только в одном. Выход в фокусе. Так вот, как же я себя вытаскивал? Вытаскивался я очень просто. Я, знаете, вот я за день, например, ехал на машине, помню, как на Петровку подъезжаем, и передо мной освобождается парковочное место. Я думаю, да, я самый удачливый сукин сын на свете. При этом ничего вообще, более хорошего в этот день не случалось. Ну, как вы понимаете, долги и так далее. Но я фокусировался только, ну как-то не банально звучит, на позитиве. И вот я говорю, да, я удачлив. И знаете, удивительное дело, количество позитива и возможностей в моей жизни начало резко увеличиваться. Ко мне начали приходить какие-то новые идеи, ко мне начали приходить какие-то новые люди. Я во всем видел позитив. Даже если это была проблема, я все равно понимал, что это не проблема, это как бы некая задача, где есть много денег. И знаете, буквально там 3, 6, 8, 10 месяцев я обрел очень крутую штуку. То есть я выкарабкался, в течение года отдал все долги. И по этому поводу я что хочу сказать. Ребят, давайте запустим такой небольшой флешмоб. Он уже идет у меня в соцсетях моих. Вы их можете увидеть под данным видео. Флешмоб такой. Начинаем постить в соцсетях с сегодняшнего дня. Назовем это 100 дней фокуса. Или еще второе название – 100 дней Воронина. Вы каждый день пишете то, что позитивного случилось в вашей жизни. Какие возможности перед вами открылись. В бизнесе, в личной жизни, в здоровье. Это не важно. Главное – фокусироваться. Потому что то, на чем ты фокусируешься, то и растет. И еще знаете, что очень важно? Это, знаете, не тренинг, а позитивное мышление. Ну, как бы не надо самому себя уговаривать. Надо просто искать. Потому что фокус – это как прожектор вашей жизни. То, что вы освещаете, то вы и видите. Куда, знаете, как лыжи, да, куда смотришь, туда и едешь. Как машина, да, если смотришь в поворот, ты едешь в поворот. Смотришь в стену, ты приедешь в стену. Так и здесь. Давайте смотреть на наши возможности. Пишите самые лучшие истории, комментите, лайкайте, перепощивайте, предлагайте. Сейчас уже там, по-моему, несколько тысяч человек уже участвуют. Я предлагаю всем вам участвовать вот в 100 днях фокуса, 100 днях Воронина. Итак, 100 дней сегодняшнего дня вы начинаете отписываться о своих возможностях в любой соцсетке. ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме, где хотите. Если есть какие-то вопросы, можете зайти на мой чат-бот, Воронин Клаб-бот, он в Телеграме, задавайте вопросы. Кстати, это единственный самообучающийся чат-бот в Москве, в России, который через некоторое время будет бизнес-тренером, таким, знаете, классным бизнес-тренером. Я решил себя оцифровать, и можете заходить, там прикольно позадавать вопросы, наверняка получите ответы. Итак, 100 дней Воронина, 100 дней фокуса, возможности в бизнесе, в личной жизни, в здоровье, в чем хотите. На работе смотрите, оцифровывайте, фокусируйтесь, получайте результат. И среди тех, кто самый крутой результат, я разыграю 3 айфона. Это случится, давайте так, ну когда, например, давайте это там, через 100 дней, да? Когда через 100 дней? У нас декабрь сейчас, январь, февраль. Вот. 15 февраля будет разыграно 3 айфона среди тех, кто получит самый крутой результат 100 дней фокуса, 100 дней Воронина. Итак, постим в соцсетях, что случилось хорошего, в чем позитив, как вы видите эту проблему с другой стороны, с белой стороны. Ставите хэштеги 100 дней фокуса, 100 дней Воронина, отписывайтесь каждый день, это обязательно каждый день. И есть возможность выиграть
3 айфона. Ну, банальность, да, но мне хочется дать вам какой-то стимул от себя. Итак, лайкайте, комментите, шерьте. Увидимся. Спасибо. С вами был Алексей Воронин. Увидимся.